І що сьогодні відбувається з лібералізмом в Росії? Як ви оцінюєте отой вихід вчорашньої редакторки Марини з плакатом в ефірі Першого каналу? Чи вірите ви, що це справжнє? Чи думаєте ви, що це не справжнє? Чи це є спроба показати історію про хороших росіян і відмінити трохи санкцій? Або що це взагалі, на вашу думку? Ну, это та ситуация, когда каждый отвечает за самого себя. Как бы, значит, я не хочу, как говорится, здесь кого-то осуждать, защищать. Вообще невозможно, на мой взгляд, считать себя либералом было и не признавать территориальную целостность Украины. Для меня таких вопросов никогда не было. Путинский режим представлял угрозу и для России, и для моей страны, и для всего мира. Я об этом писал с 2001 года. К сожалению, все мои прогнозы, самые мрачные, они постоянно оправдывались. Поэтому те в России, кто спорил и со мной, и с моими друзьями, коллегами, и говорил о том, что вот Россия все-таки постепенно будет меняться, и не надо торопиться, не надо как бы ускорять ход исторического процесса, что Путин нас как раз защищает от страшных русских националистов. Мне было очевидно, что фашизм в России придет именно с Путиным. Это такая модификация КГБ, российского империализма и мафии. И это мы все увидели сейчас. Это самое худшее, что могло произойти. Поэтому сегодня для многих людей, я полагаю, также вот для и Марины Овсянниковой, просто ситуация изменилась, потому что видеть картинки, видео украинских городов, которые сознательно расстреливают российские самолеты, российские ракеты, российская артиллерия. Ну, просто для многих это невозможно. И я полагаю, что вот глядя на вот эти выступления людей, которые выходят, знают, что их арестуют, а выходят тысячи и тысячи человек. И это на самом деле индикатор того, что у Путина нет той поддержки, которая была в 2014 году. Никакой эйфории по аналогии с Крымской, даже близко не наблюдается. Есть, конечно, организованные правительственные акции, но впервые мы видим людей, которые выходят без всякого призыва со стороны каких-то организаций. Все разгромлены. Борю Немцова убили, Навальный в тюрьме. И большинство тех, кто сумел уцелеть, находится в эмиграции. А люди все равно выходят и знают, что их за это арестуют. Многие окажутся в тюрьме, но другого выхода нет. Это вопрос моральный. И я думаю, я не знаю Марину Овсянникову, я думаю, для нее это тоже было искренним желанием просто снять как бы грех с души, потому что даже мне, человеку, не имеющему никакого отношения к путинскому режиму, его критику с самого начала этого существования этого режима, мне стыдно, что я гражданин России и что моя страна творит такой беспредел, такие жуткие преступления на украинской земле. Что же говорит о тех людях, которые молчали все эти годы? Думаю, просто у многих нет другого морального выхода. И это еще раз показывает, что уровень поддержки путинского режима, вот это безумие фашистского в России сегодня, он сильно отличается от того, той картинки, которую пытается представить государственная пропаганда. Если позволите, скажу, и уж у школы у нас беседа такая, то ни одним плакатом нельзя восстановить разрушенное и изуродованное лицо Харькова. Ни одним плакатом и ни одной табличкой нельзя починить то, что сейчас происходит в Мариуполе. Нельзя заклеить раны и нельзя создать ни одним бумажным плакатом эвакуационные коридоры, которые просят из села Иванка в Киевской области, из Чернигова, где 200 пациентов могут не дожить до конца недели, потому что они на гемодиализе. Ни одним плакатом нельзя склеить семьи, которые остаются без родителей и без детей. Ни одним плакатом нельзя приклеить... Ни одним словом извините, нельзя приклеить ручку девочке Саше, которая под Ирпенем попала под обстрел, они убили ее папу и не пропускали двое суток скорую помощь, и девочка истекала кровью. Наверное, это так. И тут вопрос очень простой, насколько хватит тех людей, которые, как вы говорите, набираются сейчас смелости. Наверное, вы правы. Наверное, нужно набраться смелости даже на 19-м дне бомбардировок Украины, когда ты работаешь редактором. И тем людям, которые простые, там, мальчики, девочки, которые с первого дня пишут слова поддержки, да, и выходят с плакатами. Сегодня арестовали барышню, которая написала слова «Заповедь шестая, не убей». Насколько их хватит? Потому что в Беларуси выходили вежливо, красиво, протестовали, ничего не добились, и все закончилось.
Здесь тоже будут протестовать, их будут хватать, их будут скручивать, они будут заполнять автозаки, потом какие-то СИЗО и тюрьмы, их будут выпускать. А дальше что? Насколько и где предел? На что готовы люди? Я повторяю, я не знаю, на что готовы люди. Это та ситуация, когда каждый отвечает за себя. Как бы. И то, что эти люди есть, и то, что их становится все больше, это дает какую-то надежду. А перемены случатся не от того, что у людей проснется совесть. Их будет много, но недостаточно, чтобы скинуть этот режим. Перемены начнутся, когда, как, возвращаясь к началу нашего разговора, когда Россия будет отброшена в каменный век. Когда миллионы тех, кто сегодня готов глотать эту пропаганду или просто игнорировать преступления чудовищные, творящиеся на украинской земле от имени России, когда эти люди поймут, что у них нет другого выхода, как подняться. Как 10, это, 100, господин Каспаров, как это может человек... выглядеть? Как это может выглядеть? Человек в Челябинске, и так у него было 2 доллара, теперь у него их нет. Не вопрос $2. Это вопрос на самом деле полного, как бы, полного краха. Он доходит до людей, знаете. Это даже не вопрос холодильника. Это вопрос того, что все, что у человека было, уходит. И это не надо забывать. В России все-таки был создан определенный средний класс. Были люди созданы, у которых что-то было. Это не СССР, где как бы ничего не было, там чуть стало лучше, чуть хуже. А путинский режим, развязав эту чудовищную войну, по существу действительно отбрасывает в каменный век. И известно, что революционные взрывы происходят, когда люди что-то сильно теряют и понимают, что это может не вернуться. А главное, что санкции должны лишить Путина финансового резерва для поддержания как пропаганды, так и полиции. В конце концов, людей на улице должна арестовывать полиция, пока они демонстрируют решимость. А если не будет денег, я хочу посмотреть, как эти полицейские будут реагировать, когда на улице выйдет 500 тысяч или миллион человек. И совсем не с мирными намерениями. Время белых ленточек прошло уже. Причем и как в России, так и в Беларуси. Вот. Я думаю, что как бы, крах режима Лукашенко тоже станет следствием разгрома путинских войск в Украине. И, кстати, тот факт, что Лукашенко не решается перейти границу, говорит о том, что он не верит в лояльность своих солдат и то, что они рано или поздно не повернут оружие против него самого. Это вопрос времени. Я не знаю, месяц, два, три, полгода. Но ясно, что санкции в их объеме сегодняшнем, если, опять возвращаясь к началу нашего разговора, если они будут держаться в этом объеме, санкции поставят российскую экономику не на грань краха, а за грань краха. И тогда Путину не станет денег. В конце концов, ему нужны деньги платить за все, за снаряды, за амуницию, за полицию, за пропаганду. А как только это случится, я думаю, что ситуация в России начнет быстро меняться. Поэтому для меня вот как бы сегодня вопрос войны в Украине, это сам вопрос экзистенциальный. Это вопрос того, как будет выглядеть мир вообще. Мир, в котором будут править бандиты, убийцы, тьма, или мир, в котором у нас будет шанс на будущее.